сегодня у нас на обзоре вот такой набор. Это конструктор свинка Пеппа, да? Смотри, свинка Пеппа. Человечек? Да. Да, это лего-человечек, да. Вот у нас такой конструктор, свинка Пеппа. Дядя. Здесь есть домик, качелька, сама свинка Пеппа, деревце с пчелкой, у домика там окошко, дверь, столик. И это такой некий аналог лего-дупла, по всей видимости. Вот, да, назревает актуальный вопрос, возможно ли совместить этот конструктор с оригинальным лего. То есть у нас тут есть деталька такая с пропеллером. Ну, вполне себе совмещается. Смотри, Матвей, сверху у нас коробочка. Закрывается такой пластиной, на которую нужно будет строить сам домик. Тут всего лишь 19 деталей и возраст от 1,5 до 5 лет. Garden House Construction Set. Фирма Play Big Blocks. Впервые вообще слышу о такой фирме. Когда не попадалось, не встречалось. Все лего, что у нас есть, оно как бы оригинальное. И вот решили приобрести и посмотреть, как будут взаимодействовать детали. И самое главное, понравится ли ребенку. Ну что, давай сейчас открепим пока что детальки и распакуем коробочку. Здесь перемотана такой ленточкой. Вот мы ее разрезаем. И да, сразу отлетела крышка. Давай, вываливаем. Пеппа, да. Смотри, это свинка Пеппа. Ну, кстати, по качеству довольно неплохо. Но местами есть облой пластика. Это, конечно, не очень. Но вот такая вот свиночка Пеппа. Хрю-хрю. Что это такое? Дверь. Ты пытаешься вставить дверь в окно. Надо вставлять дверь в дверь. Это у нас вот так, смотри. А это качелька, да. Смотри, нажми сюда пальчиком. Вот выше, выше, выше. И оп, дверь. Дверь работает хорошо. Давай теперь ставим окошко. О, окошечко тоже открывается хорошо, так туговато, не болтается. Это качелька. Так, надо надавить посильнее, она туда. Во, качелька. Качелька качается как надо. Инструкции в коробке не было. Был зато сет с наклейками. Вот с такими наклеечками. А, здесь самолетик, паровозик, динозаврик и всякое-всякое. Его можно разделить пополам. Вот таким вот образом будет. Оп, два сета с наклеечками. Ты хочешь сразу посадить свинку Пеппу на качельку? Да. Давай. А сюда мы посадим дядю пожарного. Хорошо, что я взял человечка. Я знал, что свинке понадобится какая-то компания, потому что здесь в наборе из фигурок только одна свинка Пеппа, и ей будет скучно качаться одной на качельке. Поэтому мы сюда посадим дядю пожарного. Да. И давай попробуем установить вот сюда. А кто тяжелее? Давай уравновесим. Ну-ка, отпусти. Свинка тяжелее? Да. Они одинаково весят, смотри, одинаково перевешивают. Давай теперь попробуем построить сам домик. И смотри, да, у нас тут куча наклеек. Да. Ну и, по всей видимости, инструкцией является сама коробка, на которой, собственно, и нарисовано, как это должно выглядеть. Так, давай это мы отложим. На самом деле тут сборка, толком-то и не сборка. Всего-то 19 деталей. Так, раз, смотри, Матвей. Бам, бам, два, бам, 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 бам.
такая вот деталька. Бам, бам, бам. Это у нас чердачок. Бам. Детали скрепляются довольно туго. Где-то. Матвей, тебе было бы тяжеловато собирать такой конструктор. Если у Лего дупло, там все стыкуется хорошо и без проблем, то здесь же нужно надавливать силой. Бам-бам. Так, бам, это бам, крыша. Бам-бам-бам-бам. Бам. Дальше у нас идет дворик. Смотри, смотри, Матвей. Сюда заборчик. Ставим. Да. Заборчик. Значит, здесь у нас стол. Стол. Так, ну это не отсюда детальки. Это дерево. Вот, смотри, стул. Стул мы сюда ставим. Вот, стул у нас. Тут коричневая деталька, непонятно что это. На коробке она просто нарисована отдельно, рядом со свинкой. Что бы это могло быть, я не имею никакого представления. На ней нарисован какое-то солнышко или компас. А, логотип фирмы Unico. А почему Unico? Везде есть этот логотип, кстати, Unico. Но здесь на коробке он нигде не значится, не отмечен. Странно. Какой-то Playbig на деталях Unico. Так, дерево. Наклеечки. Давай, Матвей, распределим наклеечки. Где какая? Смотри, вот здесь на коробочке нарисована пчелка на дереве. Смотри, вот у нас дерево, вот пчелка. Давай сейчас попробуем ее наклеить. Кто будет клеить, я или ты? Я! Ну на, держи. Аккуратненько за краешек. Вот сюда пчелочку давай. Вот, пчелочка. Смотри, как на коробочке. Пчелочка на дереве. На кустике. Если точнее. Кстати, качество пластика очень достойное. Но вот местами проглядывается облой. Ну ладно, это не так значительно. Что же у нас здесь есть еще? Динозаврик, да? Не вижу, где здесь наклеен динозаврик, но вижу, где наклеен цветочный горшочек. Он у нас сбоку домика. Пеппа ням-ням. Пеппа ням-ням? Да. Я, кажется, знаю, что это. Это вот ням-ням Пеппе, да? Это, наверное, что-то покушать. Эй. Точно! Это шоколадный тортик! Да? Да! Давай, ставим. Пеппа. О, еще есть цветочек. Цветочек у нас будет вот тут стоять. Видишь? Здесь. Дверь здесь, да. Окно здесь. Это крыша. Давай продолжим наклеивать наклейки. На двери у нас нарисована сама Пеппа с Мишкой. Вот... Эта вот наклеечка, она будет на двери. Давай клеить по очереди. Я тоже хочу наклеить наклеечку. А ты следующую, хорошо? Смотри, Мотя. Вот так вот. Оп. Вот. На двери появилась наклеечка. Совушка, смотри. Давай, ты наклеишь совушку. Совушка. Ты качаешь дядю пожарного? Да, да. Молодец. На совушку. За краешек. И совушка у нас вот здесь будет. Так, тек, тек, оп. Вот поровнее, вот. Так. Пи-пи. Птичка? Это здесь птичка, да. Пи-пи. Пи-пи-пи-ка-ка-ка, да? Пи-пи-пи-ка-ка-ка. Пи-пи-пи-ка-ка-ка. Вот такая вот птичка. Пи-пи-пи-ка-ка-ка. Пи-пи-ка-ка, пи-пи-ка-ка, пи-пи-ка-ка. Пи-пи-ка-ка, да? Птичка. Пять. Птичка пи-пи-ка-ка. Пять. О,
столик. Столик. На столике у нас тортик. Такой тортик. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням, Пеппа. Ням-ням-ням, Пеппа. А вот смотри, видишь тортик? Ням-ням-ням, Пеппе. Да. Давай вот сюда, да, наклеим. Вот. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. А с другой стороны тарелка с клубничкой. Да. Да. Тарелочка с клубничкой. Дядя. Дядя пожарный накачается на качельке. Он придет в гости к Пеппе. И вместе с ней будет кушать клубничку и тортик. Следом у нас идет еще одна птичка. Да. Это, наверное, вот эта вот маленькая птичечка. Она совсем крохотная. Вот такая птичунечка. Пеппа. Пеппа. Ее мы наклеим вот сюда. Там еще какой-то цветочек у нас есть маленький. Его мы тоже наклеим. Вместе качаются, да? А, смотри, мы установим экстремальный аттракцион. Мы их разместим на крыше. Дядя Бам. Дядя Бам, да, с крыши упадет. Надо его надежнее посадить. Кубик. Ой, Пеппа Бам. Пеппа перевесилась, да? Да. Ну давай, спасай Пеппу, чтобы она не свалилась с крыши. Могли бы хотя бы инструкцию положить. Показали бы, куда наклейки клеить. Столик мы пока что снимем. И чтобы наклеить цветочки, его там быть не должно. Папа, Пеппа Бам. Ничего, Пеппа крепко сидит там, надежно. Папа, дядя Пеппа. Да, дядя пожарный. Да. И Пеппа вместе качаются на качельке на крыше домика. У них экстремальное приключение. Вижу, папа, Пеппу. Так, и кустик. Вот мы наклеили цветочки и кустик. Выглядит это вот так. Давай мы Пеппу снимем. Папа, Пеппа Бам! Это мы все наклеили. Остаются часики, смотри, динозаврик. Игрушки, это, наверное, надо внутри дома наклеивать, точно. Всякие домашние вещи. Вот часики на стене. Мышка будет бегать. Вот такая вот мышечка маленькая. Вот такая. Да, будет бегать мышка. Давай мы ее вот тут вот снизу прикрепим. Мышку. А, игрушки, да, вот динозаврик. Вот, насколько я знаю, у свинки Пеппы есть братик Джордж, да? И это динозаврик Джорджа. Динозаврика мы поселим вот сюда. Вот внутри домика. А так ты сними. На. Смотри, ты можешь еще взять другие детальки и разместить здесь. Видишь, пропеллер. Вот у нас Джордж внутри, а там часики. Бегом, 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 бегом. А вот фотография с самим Джорджем. Привесим. Игрушечки еще. Кися. Кися. Туда пойдет сейчас вот так. Приклеим. Цветочек. Я бибика. Ты бибику хочешь? Да. Ты, наверное, хочешь машинку Виу-Виу, да, для пожарного? Да? Да. Виу-Виу-Биби. Виу-Виу-Биби. Сейчас я принесу Виу-Виу-Биби. Вот, папа принес тебе машинку для дяди пожарного. Виу-Виу-Виу-Виу-Виу-Виу. Ты Пеппу туда хочешь посадить? Нет. На, дядю, на. Дядя. Так, один Пеппа. Сет с наклейками у нас закончился. Пеппа. А где второй? А у нас тут немножечко совсем наклеек остается. Остается всего несколько наклеечек. Куда мы приклеим паровозик?
на чердачок. Смотри, Мотя, ту-ту. Ту-ту. Вон, видишь, паровозик ту-ту. Вот. Вот там паровозик ту-ту. Самолет. И цветочечки еще остались. Так, и у нас вот получился такой домик, да? Маленький, но уютненький домик. Качелька. Деревце. И свинка Пеппа. Вот свинка Пеппа ам-ам. Вот такой вот маленький домик со свинкой Пеппой. И качелька. Пиу-пиу-пиу-пиу. Пеппа. А, еще деревце с пчелкой. Ну, вполне себе достойный наборчик за свои деньги. Стоит он чуть меньше 500 рублей. Но, учитывая размеры наборов Лего Дупло, за 500 рублей, возможно, найдете что-то, но значительно меньше по размеру и по количеству деталей. Нравится домик со свинкой Пеппой, Мотя? Да. Ты пропеллер вот сюда ставь. А лучше вот так смотри, чтобы было где крутиться. Во. Теперь это машинка-вертолет. И лесенка. Смотри, а лесенку можно приставить к домику. Ой, смотри, как здорово получается. Смотри, свинка Пеппа. Что у тебя случилось? Авария. Да. Ну, бывает. Смотри, свинка Пеппа по лесенке такая ап-то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 п и на крышу дома забралась. Здоровский домик, да? А вот тут игрулечки еще внутри. Ой, Пеппа! Балансирует на крыше. Кстати, наклеечки. С наклеечками вполне себе симпатичней так смотрится. Внутри у нас игрушки. Здесь у нас тоже игрушки, самолетик и паровозик. Ты молодец, как всегда. Заслужил небольшой бонус. Держи сок, как ты хотел, и шоколадку Киндер. Давай, открою тебе сок. Ты будешь пить сейчас сок? Да. Держи, пей. Вкусный сок? Вкусный, да? Шоколадку распечатать тоже? Да, вкусный сок. Тять-тять. Ой, я Пеппа. Тять-тять. На, держи. Кусай. Посадить, да? Да, Пеппа. Пеппа. Ой, где дядя? Где дядя? Так в машинке дядя вот у тебя сидел. Вижу дядя. Нет. Так его же надо посадить к Пеппе, чтобы они вместе катались. На, дядь, кусай. Дядь. Вкусняшка. Дядь. Вкусно-вкусно. Тять. Дядя. Накатались на качельке? Да. Ням-ням. А видишь, для дяди стульчик не предусмотрели. Да. Ням-ням. По очереди будут сидеть на стульчике, да? А Пеппа, да, будет ухаживать за дядей и приносить ему еду. Да. Да.